Здравствуйте, снова с вами магазин Мотоэла Техника. Мы находимся в городе Клинцы, Брянской области. Сегодня у нас на обзоре Honda Dio F62 Cesta, значит, скутер с корзинкой, скутер четырехтактный, карбюраторный воздушного охлаждения. Пройдем по кругу, посмотрим, какие есть недочеты по пластику, в каком состоянии расходники, запустим двигатель, проверим электрику. Начнем с передней части. Итак, значит, рычаги у нас ровные, ничего не закисшее. Тут есть небольшое повреждение. Корзинка у нас целая, не поломанная. Все работает, закрывается, открывается. Фара целая. Есть тут такие небольшие царапки. По резине передней остаток процентов 20-30. Резинки, вилки целые, колесо не крашеное, есть небольшие такие следы коррозии, совсем незаметные. Перейдем к правой части. Тут у нас все целое. Есть вот здесь какие-то маленькие царапки, а здесь трещинка. На глушителе тоже есть такие вот небольшие ссадинки. Задняя покрышка абсолютно новая. Заднее колесо тоже в хорошем состоянии, оно не крашеное. Так, сиденье оригинальное у нас. Honda не перешитое. Панель приборов. Все чистенько, ручки вот в таком у нас состоянии. Значит, личинка, то есть замок зажигания у нас не затертый, ключ один. Так, по левой стороне также никаких серьезных проблем, поломок, ничего не наблюдается. Запустим двигатель, проверим электрику. Так, что касается под сиденьем, вот такое вот у нас пространство здесь. По баку, видно, вам тут нет, ну, коррозии нету. Данный скутер можно купить у нас как за наличный расчет, так и в кредит. Можно оформить в кредит, не выходя из дома. Онлайн мы можем отправить скутер транспортной компании, можем отвезти собственным транспортом. Зависит от расстояния, но это нужно посчитать, как будет выгоднее. Также мы, отправляя скутер, можем сделать ему обрешетку самостоятельно. То есть мы не просто привезем скутер в транспортную, как они его там упакуют, и как он к вам доедет, нас это уже не волнует. Нет, мы упакуем его самостоятельно. Стоимость обрешетки всего 1000 рублей, она будет качественная. У нас большой опыт по упаковке. Вот, и скутер будет в этой упаковке занимать наименьшие габариты. Для расчета можно применить такие
параметры, как 1,2 куба и 110 килограмм. В среднем цеста получается в таких размерах обрешетка. Вот. Если остались какие-то вопросы, можете написать внизу под видео или позвонить нам, сделаем дополнительное фото-видео, если что-то пропустил. Значит, ссылка по стоимости будет внизу под видео. Спасибо за внимание.